Всем здравствуйте! Вчера в нашем видео, кто смотрел, мы разбирали нагрудную выточку. И разбирали ее очень-очень подробно, как ее рассчитать и как бы как построить. Но мы построили только саму нагрудную выточку, но при этом мы не достроили линию плеча и линию проймы. И в комментариях просят все-таки закончить. И есть еще такой вопрос, что сколько я не строила, все равно я не могу достроить, не получается у меня вывести нормально пройму. После того, как нарисована нагрудная выточка, куда что откладывать, не пойму. Сегодня я вам покажу еще один способ, чтобы не было сложностей в этой области при построении и откладывании мерок. Итак, вчера то, что мы рассматривали, на это мы оставим ссылочку в описании. А сегодня мы продолжим. Вот, допустим, мы строим выкройку основу. И сейчас мы будем начинать строить именно нагрудную выточку. Будем использовать какие мы мерочки. У нас будет полуобхват груди первый, который мы делаем над основанием грудных желез. Полуобхват груди второй, который мы делаем по грудным железам, по самым выступающим частям, а по спинке идет по выступающим лопаткам. И одна и вторая мерка. Высота груди. Центр груди я записала в половинном размере тоже. Ширина груди в половинном размере. И высота плеча косая. Высота плеча косая мерочку я брала от середины талии и до плеча. А, еще я не сняла мерочку. Вернее, я сняла, но не записала. Сейчас запишем длина плеча. Длина плеча это будет 12 сантиметров. И теперь приступаем. Что мы делаем? Выточка нагрудная, она может строиться как от основания шеи, так и уходить немножечко. Ну, давайте отступим от основания шеи сантиметра 3-4. Ну, давайте отступим вот так вот 3 сантиметра. И вот, как видите, я отступила по прямой. Теперь давайте сделаем скос плеча до сантиметра. Сантиметр до сантиметра, в зависимости от того, у кого какой скос плеча. И вот от этой точки, вот здесь мы отложили 3 сантиметра. Здесь опустились вниз около 1 сантиметра. Теперь мы откладываем по прямой. Почему по прямой? Потому что вот здесь я уже промеряла центр груди 11 и вот строила талевую выточку. Ну, находим сейчас 11 сантиметров. Ну, вот они. И по прямой я откладываю высоту груди. Высота груди равна 27 сантиметров. Вот я откладываю 27 сантиметров. Вот центр груди. Но саму выточку не делайте всегда вот по окончанию центра груди. Поднимите ее где-то на 2 сантиметра выше. И вот сама выточка у нас будет идти от этой точки. Дальше мы с вами что делаем? То есть у нас будет вот здесь вот вершина выточки. Не сюда, а сюда. А раствор выточки останется неизменным. Дальше что мы делаем? Мы отнимаем полуобхват второй минус полуобхват первый. Это будет 4 сантиметра. И мы с вами измеряли еще вчера расстояние от выпуклой части груди, другими словами, от соска до основания, начала, там, где грудь начинается, и это было 10 сантиметров. Ссылочку мы вам оставим в описании, и вот мы откладываем 10 сантиметров. Вот они. А 10 сантиметров я откладываю вот от этой точечки. Видите, вот эта точка. А вершина выточки будет вот здесь. Вот, откладываем 10 сантиметров. И теперь проводим дугу. Ну, вот так вот я, как бы откладывая 10 сантиметров, провожу дугу. И вот по этой дуге мы с вами должны сейчас откладывать разницу, которую мы получаем между второй и первым полуобхвата груди. И вот здесь вот мы должны с вами отложить 4 сантиметра. Откладываем 4 сантиметра. Вот, нашли. Теперь дальше мы с вами проводим по прямой от точечки, вот получившейся,
линию. И эта линия должна быть равна тому же количеству сантиметров. Вот здесь вот 25 у нас получилось. Значит, и сюда мы откладываем 25 сантиметров. Вот. Вот это все идет наша нагрудная выточка. Теперь то, что у вас не получается. А теперь то, что вы говорили, вы не можете дальше вот здесь вот все простроить, чтобы было красиво. Что я вам предлагаю? Вот на этом этапе сейчас мы сделаем разрез в боковой шов. И нагрудную выточку тоже мы сейчас разрезаем. Мы ее можем вырезать как полностью, так и частично. И сейчас я вот так вот делаю. Смотрите, вот я соединила две точки. В этом положении мы можем дальше с вами продолжать. И вот я закреплю построение. Построение дальше состоит у нас из чего? Из того, что у нас есть так, длина плеча 12 сантиметров. И у нас есть высота плеча косая 45 сантиметров. Берем, откладываем 45 сантиметров и строим дугу. Вот 45 сантиметров. И вот здесь вот прокладываем вот так вот дугу. Дальше нам нужно отложить 12 сантиметров. Ну вот здесь вот мы соединили. Уже здесь проблем не будет. Ну вот здесь вот, вот получается наша точка. Соединяем. Получаем плечо. И дальше прорисовываем ширина груди 19 сантиметров. Откладываем 19 сантиметров. Ну вот здесь вот я просто вам показываю, что здесь более как бы удобно прорисовать линию проймы. Возвращаем выточку на прежнее место. Вот получилась выкройка. Все, ничего сложного как бы в этом нет. Потому что сложность, я так думаю, у вас вызывает именно то, что мы отложили 4 сантиметра. А как же вот эти 4 сантиметра пойдут, куда они уходят сюда, если вот так по прямой. Вот смотрите, вы бы по прямой откладывали 19 сантиметров. Вот. И у вас что бы получилось? Естественно, вот это вот расстояние нужно будет нам убрать. Вот такой вот простой упрощенный метод, для того, чтобы вы не ошиблись вот в линии проймы, я вам показала. Надеюсь, все-таки, что видео было для вас полезным. Я ответила на ваш вопрос. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!